Бодрое утро – залог успешного и продуктивного дня. Узнаем у гродненцев, как они начинают свой день. Скажите, пожалуйста, как вы начинаете ваше утро, чтобы оно было добрым, позитивным, полезным? Ну, во-первых, надо начать утро с чашечки кофе. Тогда оно будет действительно добрым и бодрым. Ну, а потом с улыбкой на работу. Я стараюсь начать его с кофе. Как-то это меня бодрит и веселит. Утро я свое начинаю в 4:30, потому что живу за городом. У меня прогулка с собакой, потом мужу кофе, себе кофе. Ну, на работу, конечно, на работу. Вы знаете, есть такое выражение, человек утром должен всегда плотно завтракать. Но всегда завтракать овсяной кашей, обязательно чай с молочком, подтянуться, улыбнуться. И тогда будет очень продуктивный целый день. Главное, начинать с хорошего завтрака и с хорошей, доброй улыбки. Конечно, надо вставать с хорошим настроением во все. Ну и стараться, кому как привычно. В первую очередь утро нужно начинать с улыбки, потому что встаешь, улыбаешься, сразу появляется настроение, сразу становишься продуктивным, куча дел, куча энергии, эмоций. Как начать утро, чтобы оно было полезным, бодрым? Спать 7 часов, по возможности. 8 часов, да, примерно. И пить на ночь воду, но немного. Утром сделать себе что-то приятное, чтобы потом день был лучше. Утро можно начинать с чашечки любимого кофе, с просмотра любимой передачи, вот, с пожелания добрых слов своим близким. Для начала 6 будильников, это не вариант. Должен быть один будильник, которым ты должен проснуться, встать в постели, заправить ее, одеться, почистить зубы и на работу. С чашечки кофе и с улыбочки. С позитива, с улыбки. Пожелать доброго утра всем, кого встретишь, и радоваться жизни.